Сегодня у меня голубцы, вкусный классный рецепт, мы всегда с женой готовили. Сегодня купили фарша, короче, капусты. И покажу вам, как готовим голубцы именно мы. Смотрим, полетели. В общем, сделали вот такую вот зажарочку. Лучок, морковка обжарили так, ну, не до золотистой корочки. Значит, рис затворили до полуготовности. Фаршик, капуста. Ну, это уже так разделили на листочки. Ну, короче, не отваривали мы ее в этом, а вот так вот в пакетик и в микроволновочку, там где-то примерно на 15 минут. Ну, короче, так удобно. Друзья, фарш у нас свиного шейка, вот такой вот смачный кусочек, как говорится, 600 грамм здесь примерно. Риса, короче, полтора стакана, две морковочки средние, две луковички средние, ну и капусты, вот такой вот. Вот такая вот головка небольшая. Ну и тут еще. Ну, полторы примерно. Ну, в общем, смотрите, сколько вам нужно будет голубцов. Короче, забыл сказать, когда капуста вот в микроволновочке, вот достаете, там, например, поставили минут на там 8, да, листочки сняли, которые вот мягенькие, дальше там будет твердое. То есть обратно в пакетик и в микроволновочку еще там на 5 минут. То есть и потом обратно снимаете те, которые мягкие, и еще раз ставить. Ну, в общем, оно так вроде кажется долго, но быстрее, чем варить ее. Смешиваем, короче, зажарочку, рис, фарш, соль по вкусу, перчик черный по вкусу. Короче, все перемешали. И теперь вот листочек. И вот моя жена вот так вот скручивает. Ну, можно по-разному, как кому нравится, без разницы. Ну, мы делаем так. И в казаночек вот так вот. Вот так вот накрутили голубчики. Вот такая вот красотень. Теперь делаем заливочку. 1,5% молоко, пол-литра. Сметана 15%, 250 грамм. Томатная паста, 2 столовые ложечки. Такие с горкой. На наше количество вот 4 чайные ложечки сахара. Ну и соль по вкусу. Перемешиваем. Еще остались листочки у нас сверху. Вот так вот накрываем. Чтобы не сгорело. Да. Так, теперь на обычной газовой плите. Средний огонечек. И до закипания. Закипело. Теперь отправил в духовочку. Вот так вот сверху фольга. 180-200 градусов примерно на час. Может, час 10. Ну, в общем, нужно смотреть, пробовать. Ну, в общем, друзья, вот и все. Вот такие вот красивые голубчики. Вот такая вот прелесть. Мягенькие. В духовке были 1:20, по-моему. Вот такая вот бомба. Ну, в общем, друзья, вот такие вкусные, классные голубцы получились. Обязательно попробуйте. Получается очень вкусно. На этом, друзья, все. Всем спасибо. Кто желает помочь, ссылка будет под видео. Мира всем, добра. Удачи, берегите себя.